1500 жителей Первомайского района Новосибирска поставили первый компонент прививки от коронавируса. Сделать профилактическую инъекцию можно даже в субботу, но предварительно нужно записаться. Как проходит массовая вакцинация, показали в поликлинике номер 19. Подробнее Вероника Иванова. Главврач 19-й поликлиники в регистратуре показывает свободное время для записи главе администрации Первомайского района. Порой попасть на прививку от коронавируса можно прямо после приема у терапевта. Проводят вакцинацию и по субботам. Медики отмечают стабильный интерес новосибирцев к прививке. Мы получили 1800 доз вакцины гамма-ковид-вакс «Спутник Ви». И на сегодня уже более 1500 первого компонента израсходовано, а двумя компонентами привито уже 300 человек. Это как раз та первая партия, которая поступила к нам в январе месяце. Любой человек привиться может в любом месте, но он должен обязательно в этом же медицинской организации получить и второй компонент. Это важно, так как компоненты поступают в медучреждение, комплексная доза для второго укола будет ждать пациента через 21 день. Медики показывают холодильник, где хранят препарат. Стабильная минусовая температура. Видно, что вакцины с запасом. Перед уколом пациенты заполняют анкету, а врачи проводят осмотр. В пределах 75-80 человек на прошлой неделе. На этой неделе как-то поменьше, но еще... Вакцина только подошла. Вот вчера было 32 человека, ну и сегодня, думаю, что записано 36. Укол в плечо и полчаса в коридоре, чтобы отследить самочувствие после прививки. Я от гриппа прививаюсь постоянно, поэтому не вижу в этом ничего плохого. Поэтому решил привиться, соответственно, пока чувствую себя хорошо. Я работаю на железной дороге с коллективом. Первыми пришли, личным примером, привились. Без проблем, ни очереди, ничего нет. Организуют медики и выездные бригады по территории Первомайского района. В основном для коллективной вакцинации сотрудников предприятий. Ампулы со спутником ВИ доставляют в переносных холодильниках. Уже поставили вакцину к локомотивному депо. Планируется в ближайшие дни вакцинировать Новосибирский стрелочный завод, НЭРС, Желдурмаш. Записаться можно по телефону, можно лично сюда прийти. Никакого ажиотажа нет. Проблем с вакцинацией на территории Первомайского района нет. На протяжении пандемии у нас было в районе самое низкое число заболеваний. Это все-таки наша совместная работа с медиками, за что, конечно, большое им спасибо. Ставят прививки в двух пунктах районной клиники – на Шукшина 3 и Героев революции 5. А записаться можно у участковой медсестры, в регистратуре или набрав номер 124. Доступна запись и на портале госуслуг. Вероника Иванова, Александр Анисимов, Новосибирские новости. Спасибо, что смотрите канал «Новосибирские новости». Мы рады предложить вам интересное и полезное видео. Если хотите оперативно получать информацию о жизни города, подписывайтесь на наш канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости.